В последнее время в Казахстане набирает популярность такой метод лечения, как хиджама, то есть кровопускание. Новым назвать его нельзя, потому что этому виду лечения уже 1500 лет. То есть с древности еще пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, рекомендовал людям лечиться именно этим путем, то есть кровопусканием. Он говорил, поистине в этом лечение от всех болезней, кроме смерти. Что такое хиджама? Хиджама – это капиллярное кровопускание. То есть путем определенных точек по всему телу, с ног до головы, по этим точкам ставятся банки. Ставят специальные вакуумные банки, путем методом подтягивания насосом образуется вакуум. После этого ставятся легкие насечки, делаются легкие надрезы. Таким путем методом высасывается из организма капиллярная застойная кровь. То есть это кровь, которая мешает нашим органам работать в полном объеме. Вот эти сгустки как раз мешают нашему организму, то есть приток кислорода, приток витаминов, микроэлементов, вот эти сгустки, они и мешают. Если у человека проблемы с памятью, со зрением, с головной болью, мигрени, то, естественно, это делается в районе головы. Дальше идет мочеполовая система, то есть простатиты, нарушения, геморрой. Также делается нижняя часть, это ноги, то есть это когда суставы болят, артриты, артрозы, варикозы. Вот. То есть руки, передняя часть хиджама делается везде, в зависимости от проблемы. Точек очень много на теле. Прежде чем как начинать лечение, у нас предварительно идет диагностика. Это восточная медицина. По языку, по пульсу ставится диагноз. Также мы туда в комплекс лечения у нас входит фитотерапия, то есть лечение травами. Плюс к этому у нас идет еще герудотерапия и апитерапия. Апитерапия – это у нас пчелы. Также мы делаем дополнительно это при воспалениях. Суставные заболевания – это грыжи, протрузии, сколиозы, артриты, при варикозах. Все, что связано с нарушением кровообращения. Герудотерапия – это пиявки. В труднодоступных местах туда мы ставим пиявки. Также у нас есть лечебно-точный массаж. Наши специалисты, они работали в Москве, работали в Астане. Тоже также идет путем диагностики предварительно, ставится диагноз. После этого идет уже назначение. На каждого человека идут индивидуальные аппараты, индивидуальные банки. Эти аппараты, банки приобретаются, в принципе, это в любой аптеке можете приобрести, либо у нас, который мы сами отбираем, привозим. Если будут какие-то вопросы, по нашему сайту hijama.kz, также по нашим телефонам, вы сможете узнать более детальную, подробную информацию.